разговоры. Друзья мои, я изменила картинку нашего чата, потому что мы на сегодня уже ID Eagle. Поэтому я очень надеюсь, что мы сегодня действительно получаем бэк-офис. Учитывая сложность ситуации с переводом наших данных со старой платформы на новую, уже много пояснений Мигель давал, уже много конференций прошло по различным группам, где он объясняет, что сегодняшний пробный вход должен быть сегодня-завтра, выходные дни, как и было сказано, пробный вход партнеров в кабинет для того, чтобы каждый из нас смог удостовериться в своих личных данных, понять, что достоверно перенесено, что нет, а также просмотреть ближайшую структуру, вашу линейку. То есть, что может произойти, учитывая, что конфигурация кодировки была нарушена или специально нарушена, теперь уже не знаю, что говорить, по всей видимости, специально, компания никак не может перенести достоверно подчиненность в бинарии и в линейке всей структуры. Поэтому и была дана просьба ко всем партнерам просмотреть подчиненность своей структуры, вашу первую линию, далее проконтролировать, кто и как у вас размещается. Это наш бизнес, это наши деньги. Поэтому, конечно, для перспективы это нам важно, учитывая, что компания предлагает новые возможности к тому, что было. В общем-то, движение по миру будет очень активным. Поэтому вот сегодня бэк-офис, а сегодня-завтра это тестовый просмотр всех наших данных. И самое главное, проверить, скажут, как будет инструкция, проверить необходимо будет свой биткоин-адрес, потому что тестовый вывод будет уже на биткоин-адрес в автоматическом режиме. Поэтому это очень важно. Далее, как быстро? Дана неделя специально на то, чтобы решить эти вопросы все по бэк-офису. Я не думаю, что сразу будет открыта регистрация, хотя я не знаю. Но до выверения всей ситуации в правильном расположении в структуре партнеров, я не думаю, что будет открыта регистрация, потому что это деньги. Мы должны быть уверены, что наши партнеры стоят именно в том месте, в каком они были размещены на старой платформе. Поэтому я думаю, что специально для этого дали одну неделю, после чего будет ввод именно нашей монеты для покупки. Я пока не знаю, в каком объеме. Будет несколько вариантов, будет предложено несколько вариантов для покупки монеты. Нет обязаловки всем 100% переводить деньги в монету. Это желание каждого. И как это будет выглядеть, мы узнаем в ближайшее время после официальной информации. Почему дали одну неделю? Каждый должен для себя решить. Увидим, это же будет новый маркетинг, то есть все изменения, все дополнения, все будут размещены. Мы увидим, просчитаем, поймем все, что мы хотим делать. Пояснение, что это у нас за монета, краткие уже были даны. Дело в том, что монета готова. Вот все фотографии, все то, что выставляются в чате мастеров, это говорит о том, что монета готова для запуска в ее в оборот в мировом масштабе на нескольких биржах. Готова. Поэтому вот это ICO для партнеров – это шаг компании нам навстречу для того, чтобы дать возможность нам финансово укрепиться после такого длительного перерыва. То есть мы простояли больше чем 5 месяцев в ожидании. Компания старается нам дать возможность вот именно заработать деньги на обменные операции. Как это будет все сказано? Опять же, по выбору партнеры выберут кто чего, сколько захочет купить, заменить в салдо, либо как это, я не знаю. Я знаю, что отдельно существуют фонды инвесторские, которые инвесторы просто покупают монету. Он существует отдельно от MLM. Это отдельно 1/3 распределения монет, которые изначально в программе были заложены. 1/3 на биржу. Это середина декабря на бирже. Компания начинает торговать на нескольких биржах. И 1/3 дана партнерам. Поэтому все это мы узнаем в ближайшем периоде. Я хочу сказать, что я надеюсь, что уже следующая неделя, это у нас результативная неделя по началу хотя бы деятельности вот на платформе. То есть мы пройдем по кабинету, посмотрим все, сможем выверить наши данные и понять, как двигаться дальше. Нужно ли двигаться дальше, принимать решение каждому. Я знаю, что многие партнеры параллельно работают, невозможно жить без денег. Но есть такие, которые не могут нигде работать, а уже, что называется, последние деньги ушли и месяца два назад, и ситуация обострилась.
обострилось до бесконечности, поэтому каждому принимать решение, как вести себя дальше. Но я хочу сказать, что в моей практике это первая компания, которая не просто выплатит деньги. Да, бывали компании, которые закрылись через определенный период, выплачивали сумму инвестиций. Наша компания стремится не просто выплатить деньги, дать возможность нам восстановить нашу доходность вот путем вот каких-то манипуляций, действий, которые нам будут предложены, и продолжать работать уже в новом качестве, очень, скажем так, проверенно усиленной. Теперь компания на сегодняшний день настолько устойчивая, настолько обоснована продуктом, физической реальностью и тем, насколько она может быть конкурентной на рынке, обоснованной юридически, это все очень важно. Принимать решение каждому. Но первый шаг, я надеюсь, мы получаем сейчас вот в эти выходные бэк-офис. Это уже гарантия того, что платформа состоялась, что над ней именно работали все это время, что именно компания стремилась ускоренно в ближайшее время, в кратчайшие сроки запустить новую платформу, что очень непросто, программисты это знают. Не просто запускать новую платформу, а еще сложнее на новую платформу достоверно переносить данные со старой платформы, которая была разработана совершенно другими платформами. Программистами. Кодировка у каждого программиста своя, эксклюзивная. И добраться до всех знаков, точек, запятых, знаков, которые программист для себя только кодировку устанавливает, очень сложно. Я надеюсь, что у нас все в порядке уже будет. С понедельника мы начнем смотреть наш бэк-офис, работать в нем. Сможем сделать тестовый вывод, когда нам скажут. Просмотреть, как работает автомат, протестировать в реальности. Автомат, я имею в виду вывод из одного сайта на другой. То есть автомат работает на увязке, на платформе двух сайтов. Платежной системы и основного сайта. Вот это все проверить. Понятно, что любая новая платформа обкатывается какой-то период. Вот, видимо, первая неделя дана для стартового вот, опробирования нами всеми платформы. Ну и дальше посмотрим, что компания предложит еще. Я верю в то, что компания предложит нам эксклюзивные возможности для того, чтобы мы с вами смогли поправить с помощью этих возможностей пошатнувшееся финансовое состояние. Ведь компания нам обещала доходность и улучшение финансового состояния каждого из нас постоянными. Вот и надеюсь, что мы получаем эти варианты, эти возможности в наши руки в ближайшие дни.